с песенкой о лете, самой лучшей песенкой на свете. Мы в лесу ежом быть можем. Сегодня пионерский лагерь «Радуга» празднует свое 30-летие. 30 лет. По утрам здесь раздается звук горна, летний период. И сегодня это большой праздник для всех отдыхающих в этом лагере. Я беседую с заместителем генерального директора НПО «Машиностроение» Ворониным Виктором Васильевичем. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем событии. Ну, сегодня в жизни нашего трижды орденосного объединения радостные события. Сегодня нашему оздоровительному комплексу «Киржач» исполняется 30 лет. 30 лет вот в этом прекрасном месте, на живописнейшем берегу реки Киржач, отдыхает ежегодно около 1500 детишек сотрудников нашего объединения, города и ближайших местностей. Значит, руководство объединения, несмотря на тяжелые времена, сделало все, чтобы в этом году этот праздник состоялся. Нашлись спонсоры, которые помогли, но особенно нам помогло ЦК профсоюза и городские власти, особенно новый глава администрации Александр Николаевич Хоторев. Вот сегодня на этой территории состоится грандиозный праздник. Вчера был спортивный праздник, куда приезжали 5 соседних детских оздоровительных комплексов. Прошло замечательное мероприятие. А сегодня состоится, так сказать, апофеоз этого праздника. На стадионе будет аншлаг. Приезжает очень много гостей. Я думаю, что праздник удастся. Вот немножко только на погоду мы сетуем, но думаем, что погода нас не подведет. Конструктор, генеральный директор НПО «Машиностроение» Кремов Дербер Александрович, глава города Хоторев Александр Николаевич. Побудьте здесь хотя бы полчаса, и вы увидите настоящую отеческую заботу, неотрывность от детей, постоянную занятость и человеческое тепло. Так ощутимы детьми, их не обманешь. В радуге царствуют дети. Радуга,
Спасибо большое. Еще раз. Что можно сделать без людей? Один человек в поле не воин. Все рядом. Тот, кто кажется далеко от тебя, кто трудную минуту окажется рядом. Те, кто рядом работают не один год. Поэтому цветет и процветает радуга. Спасибо всем, всем, всем! Дорогие ребята, уважаемые гости, дорогой Сергей Сергеевич, разрешите мне выполнить почетное поручение Министерства образования России. Решением Министерства образования России и ЦК профсоюза работников образования и науки вам присвоено высокое звание «Отличник народного образпросвещения». Разрешите мне вручить вам почет. Да. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник, сказочный путь. Конечно, хочется поздравить всех. Я поздравляю сначала тех неравнодушных гостей, которые здесь присутствуют, тех руководителей НПО «Машиностроение города», всех служб, которые участвуют в открытии, подготовке, введении этого огромного дела. Конечно, я поздравляю Сергея Сергеевича Петухова, фаната своего дела, на котором держится весь лагерь. Я поздравляю весь коллектив обеспечивающих, работающих здесь взрослых. Я от души поздравляю всех ребят, которые здесь в этой смене присутствуют, отдыхают. Тех, кто будет еще в других сменах, тех, кто был в прошлой смене. В общем, всех, кто хоть когда-нибудь в какой-нибудь смене побывал в нашем лагере. Уважаемый Сергей Сергеевич, сотрудники предприятия, уважаемые, любимые наши дети, поздравляю вас с большим праздником, с праздником 30-летия со дня открытия и основания пионерского тогда лагеря «Радуга». И я сегодня хочу выразить благодарность уважаемому Гетто Александровичу, уважаемому профсоюзу и всему руководству предприятия за то, что смогли сохранить, и не только сохранить, но и построить, укрепить материальную базу, духовную базу лагеря. Еще раз хочу поздравить всех с праздником, пожелать всем счастья, здоровья. Уважаемый Сергей Сергеевич, от имени города, от имени всех горожан, примите небольшой для вас, я думаю, значимый подарок. Вот этот музыкальный центр для того, чтобы вы смогли всегда с детишками отдыхать, развлекаться, чтобы был полноценный для вас отдых. И еще, я думаю, что этот праздник не последний. В вашей жизни, в жизни летнего, оздоровительного, да и на протяжении всего года будут другие события, для того, чтобы вы могли запечатлеть, потом посмотреть и войти в историю. Вот такая видеокамера еще, так сказать, вам и в подарок, и на память. Администрация, сотрудники базы отдыха «Рассвет» поселка Архипово-Осиповка сердечно поздравляют вас с 30-летним юбилеем. Праздники, которые вы создаете для детей здесь, вот уже на протяжении 30 лет. Замечательным праздником, 30-летним со дня рождения вашего лагеря «Радуга», и пожелать вам здоровья, радости, успехов, и пусть сияют улыбки и счастья. Я устала, как
1966 году распахнул свои двери прекраснейший оздоровительный лагерь «Радуга» на реке Киржач. Впервые он принял 420 детей в первую лагерную смену. И вот уже в течение 30 лет он распахивает свои двери для мальчишек и девчонок. При условии прекрасного коллектива, который здесь работает, которому можно всегда говорить только большущее спасибо, в лагере могут работать люди только те, кто любит детей, кто отдает свое сердце, не считаясь личным временем, делает все, чтобы сохранить здоровье и настроение ребят. Поэтому на сегодняшний день в нашем лагере насчитывается 420 детей, когда многие лагеря уже потеряли свою форму, работ. В 1966 наш лагерь имел только 4 корпуса, деревянную столовую и маленькую котельную. На сегодняшний день мы насчитываем уже 6 корпусов, прекраснейший, недостроенный, к сожалению, клуб столовую, административный корпус и 2 спальных корпуса. Все это идет на улучшение работы лагеря. К нам едут не только дети, но и вот третью смену мы примем родителей с детьми, которые с огромным удовольствием проведут здесь время. А для этого есть и библиотека, и кружковая работа, и спортивный комплекс, в котором насчитывается футбольное поле, волейбольные площадки, баскетбольная площадка, плавательный бассейн. И думаем, что в этом году будет и пущен 2-й плавательный бассейн. При наличии 2 бассейнов время у ребят в течение 24 дней пройдет прекрасно. И еще раз подчеркиваю, благодаря прекрасных людей, здесь, в нашем лагере, интересно ребятам, хорошо сотрудникам, и они едут сюда работать в течение уже многих лет. И хочется в сегодняшний замечательный день поблагодарить наших администрацию города, администрацию предприятия за то, что в это, еще раз повторюсь, трудное время, лагерь открыт и процветает. Спасибо большое. Не забывайте «Радугу», чтобы он с каждым годом стал лучше и краше. Праздник у детей все продолжается. Их ждет сейчас аттракционы, затем праздничный салют и, как всегда, пионерский костер. Yeah.
наше детство, наше лето. Наше детство, наше лето. Песни звонкают.